Но вот мы говорим о том, что мы хотим. Как правило, повторяющиеся слова, все хотят раскрыть Творца, все хотят объединиться в десятке. Какая разница между определенным хиссароном, который Влад приносит десятку, и хиссароном Акока, когда я, по идее, должен взять один, другой, увидеть отличия и соединить их. То есть объединение — это двух отличных друг от друга вещей, отличающихся. У каждого есть свое желание получать. Но каждый хочет прийти... Каждый хочет прийти к связи с Творцом. Связь с Творцом может быть только, если он проводит это через всех. Подобно Адаму Ришону. Если они включаются, все души, кли его несовершенно. И поэтому нужно молиться об объединении кли. Объединение кли начинается с объединения хиссаронов. Быть как один человек с одним сердцем. Хотя у каждого есть свой хиссарон, так мы родились. Но в духовном у нас есть возможность соединить наши хиссароны в один хиссарон. Потому что мы отдаем одному Творцу. Если мы в получении, то, конечно, мы никогда не будем соединены. Каждый будет притягивать к себе. Но если мы хотим притягивать это к Творцу, то мы в конечном счете объединяемся между собой, чтобы прийти к Нему. И это и есть наша работа. Если мы просим об этом, быть соединенными, чтобы прийти к Нему, то Творец помогает. Потому что тут есть сочетание хиссаронов. Да. Вы сказали, что у каждого свой собственный хиссарон. Да. И нужно взять все эти хиссароны и соединить в один. Да. Я чувствую, когда смотрю на десятку, то я не вижу много хиссаронов. Для меня это как один такой общий хиссарон, такой плоский. Все хотят раскрыть Творца. Я не чувствую отличия между хиссаронами. Это же, мы же не говорим про характеры. Каждый хочет не раскрыть Творца, это эгоистически, а каждый хочет доставить наслаждение Творцу. Доставить наслаждение Творцу, каждый уже действует из точки своего сердца. Как мне распознать сердце каждого? Из желания. Ты не можешь. Из желания. Это мы, если мы готовы помогать друг другу, то наши желания относительно Творца соединяются вместе в одно желание. И это желание называется общим есодом, основой. Просто я не говорю о том, чтобы вы научились отсюда, а впечатлитесь от того, что нужно все-таки приблизиться к объединению.